Обычная семья, совсем как ты и я, в далекие края летит в командировку. Привыкнуть не пустяк, все странно, все не так. Легко попасть в просак, коль ты чудак неловкий. Чужие. Первое Рождество. Год 2027. Семья Пиплс переселяется на планету Залония, где Роджер Пиплс открывает первый внеземной филиал компании Fatal Metals Incorporated. Семейство старается приспособиться к жизни в новом мире, но для всех они остаются чужими, особенно в Рождество. Нет, чуть левее, а теперь правее. Нет, это слишком. Немножко назад. Вправо. Тупые инопланетники. Роджер, ну разве так важно, куда поставить контейнер? Конечно, важно. Тут ведь все для Рождества. Я знаю, что делаю. Еще левее. Что за тарарам? Соседям пришла посылка с Земли. Наверное, причиндалы для их рыжества. Чарлик, ты такой невнимательный. Это называется ряжество. Я знаю одно, слишком они с ним носятся. Ряжество – важный земной праздник. Роджер, не важно, куда выпускать контейнер, пусть ставит где хочет. Тебе, конечно, виднее. Ладно, раз такая всезнайка, опускай, Майна. Вира, поднимай! Роджер, ты цел? Нет, я не цел. Простите, сэр, вы не могли бы приподнять груз? Мой муж под ним. Там ему самое место. Прошу вас. Ладно уж. Опустите меня. Пап, так смешно. А мне нет. Отлепите. Отключайте луч, я его держу. Я чувствую. Болван неуклюжий, ты побил елочные игрушки. Пока всего наилучшего. Безмозглый воображала, лопух, болван. Роджер, теперь у нас есть все-все для Рождества. Правда чудесно? Папа, давайте скорее поставим елку. Не спеши, сперва опробуем генератор. Ну, начинается. Привет, Мэва и Чарлик. Привет, Фред, что такое генератор? Роджер говорит, елочные гирлянды не работают на солнечных батареях. Вот он и построил какой-то агрегат. Впрочем, напрасно. Почему? Конструкции Роджера никогда не работают. Ошибаешься. Кстати, насчет рыжества. Ряжество. Ну да. Рождество. Это какое-то инопланетное колдовство вроде Вуду. Ох, Чарли, какой ты бестактный. Нет, Чарли, Рождество в основном религиозный праздник, но с ним связано и многое другое. Это и елки, и рождественские колядки, и Санта-Клаус. Внимание, демонстрирую мой новый генератор. Роджер, это небезопасно. Может, обойдемся без гирлянд? Чушь, что за елка без огней? А если на батарейках? Они быстро сядут. Успокойся, тут ничего сложного. Внешний вид обманчив. Осторожно. Я не хочу, чтобы тебя шарахнуло. Ну, рискнем. Иначе не скажешь. Фейерверк, прямо фейерверк на День независимости. Это другой праздник, до которого еще надо дожить. Нет, нет! Выключи, выключи! Я пытаюсь! Выключи эту штуку! Не получается! Выключи, выключи! Мать,
Молодец, пап! Прощай, Рождество! Роджер, что ты натворил? Украшения, елка, подарки. Ты погубил нам весь праздник. Бедняжка! Что ты его жалеешь? Хорошо, хоть весь район не взорвал. Нет, я только сорвал Рождество. Как делишки, капитан? Ага, что мы испекли? Что-нибудь вкусненькое? Привет, старина! Ты-то почему злишься? Ты же местный, про Рождество раньше и не слыхивал. Я этого не перенесу. Все меня ненавидят. Надо что-то делать. У нас все равно будет Рождество. Отправлюсь по магазинам. Кто сказал, что подарки должны быть земные? Бенни, возьми рождественское лакомство. Что это? Печенье. Не похоже на печенье. Я еще осваиваю местную духовку. На, попробуй. И на вкус не печенье. Я сделала все, что могла. Это будет самое гадкое Рождество в истории. Ни елки, ни игрушек. А про Санта-Клауса можно забыть. Он-то меня не вспомнит. Бенни, Санта-Клаус не забыл тебя. Как же, Санта-Клаус носит подарки всем детям, но на земле он не потащится на Залонию ради одного ребенка, которого занесло за столько световых лет от дома. Если он сумеет, то прилетит. Я надеюсь. Ну, понеслись. Никак не привыкну к их транспорту. Батюшки, это универмаг? Да я в нем заблужусь. Дурацкая шляпка. Впрочем, что я понимаю в моде? Может, Фрэн понравится? Снимите это с головы. Я только хотел померить. Ладно, беру. Будет подарок жене на Рождество. Как угодно, подберу клетку попрочнее. Сгодится и обычный пакет. Надо же, мячик! Бенни понравится. Мистер, я тоже это возьму. Хорошо. Положите их в один пакет. Что вы, вместе никак нельзя. У них несовместимость. Да, это нам ни к чему. Он ушел? Да. У меня от инопланетников мурашки. Что он купил? Гандинавского свирестящего дьявола и мягкопанцирного пупса. Они же смертельные враги. Безумие надеяться, что они уживутся. Муга, по-моему, он вообще не понял, что у нас зоомагазин. Вот, попробуй эти. Да, как же мне принести подарки в дом, чтобы они не заметили? Суну-ка я их за пазуху и тихонько прошмыгну. Знаешь, Бенни, я подумала, мы не слишком сурово обошлись с папой, а? Пожалуй, для него ведь тоже испорчено Рождество. Давай попросим прощения. Где он? Не знаю, я его давно не видел. На помощь! Помогите! Спасите! Oh, my God.
идиотская планета! Идиотская планета! Это заговор, чтобы свести меня с ума! Слышите, вы победили! Вы победили! Роджер, что случилось? Что случилось? Сейчас расскажу. Твоя рождественская шляпка и рождественский мячик Бенни затеяли драку, а побили в итоге меня. Что? Неважно, они все равно убежали. Милый, идем в дом. Надо тебя почистить. Даша. О, Том. Даша. Шарлик, я вот что подумала. Выключи эту трахтелку, надо поговорить. Ну в чем дело? Я придумала. Быстро, куда мне прятаться? Ты даже не знаешь, о чем я. Все равно мне это заранее не нравится. Я о бедняжках-инопланетниках. Они так огорчились. Не я же взорвал им Рождество. Рождество! Для них это важный праздник. Прямо как для нас День Зола. Если бы мы могли что-то сделать, я знаю, как их развеселить. Устроим им Рождество. Что? С ума сошла? Мы ничего не знаем про это Рождество. Нет, знаем. Фрэнк мне рассказывала. Так, подумай. Прежде всего нужна уколка, причем пушистая. Что за уколка? Да еще пушистая. Откуда мне знать? Какое-то земное дерево. Что-нибудь сообразил? Она еще говорила, что на земле поют песни какой-то коляди. Коляда? Кто такая? Очаровательная фея. Она разносит подарки хорошим деткам. Кажется, она замужем за неким Санта-кактусом. Кактус? Да, кактус. Он толстый, разгуливает в красном костюме и все время мотыжит. Мотыжит? Да, у него за спиной большой мешок с мотыгой, и он мотыжит. Хо-хо-хо. Ты уверена, что правильно запомнила? Конечно, уверена. В отличие от некоторых, я внимательна. Ну, не знаю, Мэво. Идем, у нас столько дел. Ты подумай, у человека все-таки будет со сливой Рождество. Что за слива? Мама предлагает колядовать. Рождественские колядки? Здесь? Почему бы и нет? На земле мы же пели соседям. Да, но... Пошли, будет так весело. Надо сделать этот день похожим на Рождество. Пожалуй, можно попробовать. Чарлик, они уходят! Замечательно, я подумала прокрасться, пока они спят. Чарлик! Скорей! Это просто безумие. О, Санта-кактус! Хорош, но толстоват. Зачем подложил столько ваты? Никакой ваты я не подкладывал. Пришельцы. Не нарушайте наш покой! Я сообщу властям! Прочь! Фидо! Фас! Фидо! Фас! Прочь! Бежим! Кажется, на Залоне и певцы не ходят по домам. Может, ты пустил петуха? Пожалуй, петь колядки тут не следовало.
Ну и Рождество. Чем дальше, тем хуже. Все, закончили. Правда здорово? Не знаю, Мэво. По-моему, вид дурацкий. Просто ты не землянин, Чарлик. Им понравится. Когда будем поджигать чулки? Не знаю, по-моему, они должны это сделать сами. Традиция, что попишешь. Я бегу домой, переодеваюсь рождественской коледой, а ты жди в саду. Как только они появятся, начинаем отыжить. Хо-хо-хо. Что это? По крайней мере, хоть что-то не сгорело. О, земные картинки. Потом посмотрю. У меня спину ломит, столько присидеть на дереве. Я думал, эта тварь никогда не уйдет. Ты ловко придумал, пап. Запел, и она умчалась, поджав все три хвоста. Давайте договоримся. Пока мы на Залоне, и вообще не вспоминать о Рождестве. Так вот, какое Рождество? Мы все перепутали. Какой ужас! Батюшки, что же делать? Все надо убрать. Чарлик! Чарлик! Мы ошиблись! Привет, Фрэнк! Привет, Роджер! Привет, Мэва! Фрэнк, Роджер, вы что здесь делаете? Живем? А что ты тут делаешь? Я? Так, ничего. Может, зайдешь? Зайти куда? Внутрь, по другую сторону двери, которую ты подпираешь. А, зайти? Нет, пожалуй, не стоит. И вам туда нельзя. Что? Понимаете, ваш дом, это на карантине. Как это на карантине? Он заболел, очень заболел. Вас не было, мы услышали, как он чихает, и вызвали врача на дом. Врач объявил карантин. Наш дом чихает. Почему бы и нет? На этой планете все не как у людей. И надолго карантин? Да, примерно на часок. Вы пока подышите воздухом. Чушь какая! Пошли! Хо-хо-хо! Замолчи, Чарлик! Я думал, это моя реплика. Пойдем, смиримся с мыслью, что мы все испортили. Это ты испортил, я так, за компанию. Фрэн, нам так неловко. Мы не хотели тебя огорчить. Знаю, мы все сделали не так. Просто думали устроить вам сосливое Рождество. Милая, все замечательно. Правда? Понимаете, елка, чулки, украшения — всего лишь символы Рождества. Боюсь, мы сами об этом позабыли. Рождество — это любовь, забота, готовность делиться. Вы знаете о Рождестве куда больше, чем думали. Вы дали нам самый чудесный подарок — вашу любовь и дружбу. Веселого Рождества тебе, Мэва! Значит, больше мотыжить не надо. Точно. Веселого Рождества, Чарли. Веселого Рождества. И тебе. Что бы это ни значило. Эй, что там? Роджер, посмотри на улицу. Снег идет. Да, снег. Снег? Что такое снег? Невероятно. Роджер. Как красиво! Откуда снег? Классно, до дрожи! До дрожи? Да, холодно! И мокро! Смотрите, подарки для всех, даже для Мэва и Чарлика! Санта-Клаус прилетел! Санта-Клаус был здесь! И еще снег идет! Папа, смотри! Санта-Клаус! Невероятно! Хо-хо-хо! Со сливой Рождества!
Со сливою. Санта, ну и чудный же ты старый псих. Счастливого Рождества, Роджер. Счастливого Рождества, пап. Счастливого Рождества, Френ. Счастливого Рождества, сынок. Я почувствовал себя почти как дома. Пап! А теперь совсем как дома. Счастливого Рождества всем и повсюду! Продюсеры Рас Харрис, Джерри Рейнольдс и Майкл Руджеро. Сценарий и постановка Джерри Рейнольдса и Раса Харриса. Композитор Джерри Рейнольдс. Оператор Рас Харрис. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 1994 году.